продуктовом магазине на улице Калинина 2 прошел рейд по проверке качества товаров. Акции проекта «Народный контроль» регулярные, проходят в Химках раз в неделю. В первую очередь проверяют магазины, на которые поступали жалобы от жителей района. Основная цель вообще проекта в том, чтобы не допустить продажу просроченной продукции, для того, чтобы она не попадала на стол нашим гражданам. В качестве экспертов активисты Химкинского отделения молодой гвардии «Единой России», представители управления предпринимательства, потребительского рынка и услуг. Комиссия внимательно исследовала товары, проверяя срок годности и целостность упаковки. Особенно тщательному осмотру подверглись полки с молочными товарами, мясной и рыбной продукцией. Именно там, как правило, больше всего нарушений. Но не в этот раз. Товары неудовлетворительного качества нашли только в овощном отделе. Пара упаковок заплесневелых помидоров, несколько битых яблок и потемневшие авокадо. В результате проверки выявлено, что в целом продукция соответствует, только немного хромает овощная продукция. После начала проведения данных рейдов ситуация в целом улучшилась. Если ранее в магазине выявлялось по 2-3 тележки продукции просроченной, то сейчас только овощная, ни молочные, ни полуфабрикаты, ни мясная продукция не попадает на полки. В заключении эксперты вместе с сотрудниками магазина заполнили необходимые документы и вскрыли упаковки с просроченными товарами, чтобы эта продукция точно не вернулась на полки.